Мужики, давайте откроемся. Давайте. А, идет. Потом и строим. Отечество, наше настоящее и будущее невозможно без крепкого, сильного флота, который защищает интересы нашего государства во всех точках мирового океана. И военные моряки своей отвагой, мужеством, доблестью сыскали славу и честь в сердцах всех жителей нашего большого государства. Я поздравляю вас, поздравляю ветеранов, поздравляю тех, кто сейчас несет боевую службу. И желаю всем крепкого здоровья, успехов, удачи, чтобы всегда сплоченно вы собирались и праздновали этот большой, красивый праздник. С праздником вас! Варибады! Ура! 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 Ну что, уважаемые моряки, согласно плану, сегодня нет Виктора Николаевича, который постоянно проводит это мероприятие, значит, а также по плану, флагами, строем, красиво пройдете до тюльпана, побудете там, отдадите честь ребятам, погибшим в боевых точках, и дальше, как полагается, отметить, поздравить друг друга, хорошо отдохнуть, провести хорошие замечательные. Еще раз с праздником! Ура! 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 Да,
вечер ночевал, на город Котелок. Должен? Ну, не выдавал. Да тихо, я за техникой. Этого тоже главного не было. Егор. Из кармана, да. Со времен войны, наверное. Молодец. Мы последний. Иди сюда, что ты там встал? Он еще не он мне бы не везу, куда ему штурмовать. Геннадий Васильевич, как вам? Отбегал уже. Я уж потерял, я думал, ты домой ушел. Потерял. И чё? Улыбочку! Чё, моргнул тогда?
На дрейке сели. Неудачно кадр. Что за манер? Сережа, давай к нам! Мэри! Где я не вижу? Серега! Ладно, пошли, значит, перейду. Петрюша! Я уже не... Всех не видно. Да. А что делать? Ты сам мальчик. А вот знамя из первого. Выше поднять. Выше поднять. Да, давайте совсем высоко. Совсем нет, высоко. Все равно ведь не всех видно. Нам что, прыгнуться? Подпрыгнуть. Будем разные. Что, вошли? Куда? Или присесть нам? Куда? В какой газете? Кремлевской? Оксаны! Оксаны! Криминальный. Как это? Фотографии-то потом где мы делаем?